Профільная піонерская змена «Разумные каникулы. Салют піонеры», якая об'єднала каля 300 школьников самых разных кутков Гомельской области, уникальный проект для нашего региона. Упершиню на протягу 24 дзён у дитячем реабилитации на здоровлевшем центре Пролеска отпочивали выключно октябраты и піонеры во возрасте от 8 до 16 годов. Яны примали удел у шматликих творших конкурсах, спортивных споборництвах и нават освоивали азы журналистского майстерства. С этой мэтой был створен импровизованный карпункт, у яким дети выучили писать артикулы, створать до их заголовки и креативно оформлять штотыдневые информационные стенды, расповедающие про цікавые пионерские будни. До того школьникам был пропонован шэраг тематичных мероприемств, накированных на безопасность жизнедеятельности. В рамках пионерской смены мы ежедневно ребятам наполняли санаторные будни не только каким-то лечением, развлекательными досуговыми мероприятиями, но и также обучением. Так у них ежедневно были тематические дни. Это были и дни с МЧС, и дни с ГАИ по безопасности движения. Это была и акция «Счастливое лето» по безопасности поведения на воде. То есть таким образом мы решили не просто провести лето, а действительно лето с пользой, и так называемые умные каникулы нам кажется, что они удались. Финальным аккордом профильной пионерской змены «Разумные каникулы. Салют піонеры» стал открытый диалог БРПА и БРСМ «История сучасности и будущения». На встречу со школьниками приехали представники областных и районных уладов, а так само Белорусской республиканской пионерской организации и Белорусского республиканского союза молоди. Мероприятие сапраўды проходило в формате открытого диалогу. Юные удельники задавали гостям самые разные пытания. И они закранали темы пионеры и союза молоди, молодежной политики и молоди у политицы. Выборы у палату представников Национального сходу Республики Беларусь 6-го скликания и иншие. Например, детей цікавило, каким повинен быть сучасный депутат и чи повинен удельничать молодь у политичном житті своей краины. А так само, что сегодня представляет собой Тимуровский рух, и какие новые цікавые проекты рыхтуются запустить у ближайший час громадские организации БРПА и БРСМ. У целом республиканский проект «Открытый диалог» – это широкая дискуссийная пляцовка, якая дает махчимость белорусской молоди уздымать самые острые проблемы, задавать хвалюющие пытания представникам органов улады, политикам, предпринимальникам, громадским деячам. Удельники профильной пионерской змены «Разумные каникулы. Салют піонеры» отримали конструктивные отказы на свои пытания и разом с тем серьезно задумались над тем, как унести свой особистый уклад у реализацию пропонованных им громадскозначных проектов. Я узнала о том, что я смогу стать тимуровцем, смогу участвовать в различных акциях, мероприятиях, помогать различным людям. Я хочу после этого мероприятия участвовать в финансовой грамотности проект. Я очень хочу вступить в тимуровскую команду, делиться опытом с друг другом, там рассказывать о своей школе, о других школах, как там у них все проводится. Вероника Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» со Жлобинского района.